Итак, доброе утро всем, мои дорогие. Я какая вообще счастливая, что я вышла наконец-то на работу. Еду за клиентами и повезу их. Ой, на Ходенко. Ходенко. Да. С кайфом. Погода у нас сегодня более-менее солнечная, но переменная, переменчивая, переменная. Короче, то солнышко, то тучки, то солнышко, то... Главное, чтобы не было дождя, и все. Все остальное меня не волнует. Смотрите, как клево на улице. Вы по этим улицам? Вы по этим улицам будете ходить? По этим улицам будете ходить, когда к нам приедете. Ой, ой-ой-ой, вижу. Давай, выезжай. Сегодня воскресенье. На дорогах машин очень мало, и это меня еще больше вдохновляет на работу. Не люблю, когда час пик у нас столпотворение ужасное просто. Поэтому сегодня будем отличненько работать. Я сегодня в кепке, как вот как реально таксистка, да? Я не знаю, почему-то сегодня захотелось мне кепку одеть. Под цвет футболки, под цвет моих леггинсов. Да. Как жаль, что нельзя снимать пассажиров. Я бы с удовольствием бы снимала. Но они же увидят, что я снимаю. Это как бы не очень этично. Не каждый хочет в кадре быть, так сказать. А, к сожалению, скрытой камеры у меня нет. Капец, вот вроде, знаете, вот вроде лицо похудело, а вот это вот не похудело. Вот мне надо вот это вот убрать. И еще чуть я хочу стройнее талию сделать. И все, все остальное меня уже устраивает. Так что все в наших руках, как говорится, да? Супер! Хорошего денька вам! Так, друзья, привезла людей я в Кабардинку. Море просто нереального цвета, я вообще не знаю. Я сейчас еду на смотровую площадку специально, чтобы вам показать эту красоту. Это вообще, это так красиво. Вы же сами все увидите. А вот и смотровая в Кабардинке. И вот такой вид открывается перед нами. Не, ой, море, да, какого цвета? Такого необычного. Горы, корабли. Вон там вообще море. Почему таких разных цветов течения? Я вот немножечко тоже не понимаю, почему так море меняется. Ну, понятное дело, небо, да, отражение. Все оттенки голубого цвета. Кабардинка, смотровая площадка. Очень часто сейчас летают самолеты, то вертолеты. И вот такой вид. Мой смартик, который я уже допиваю. Шоколадный, очень вкусный. И вот такой пейзаж у меня открывается. И вот так вот я кушаю. Потому что я далеко от дома. Ничего рядом нету, а мне и не надо, а зачем? У меня есть вот смартик, моя вкусняшка. Сейчас я была на смотровой, подъехали ребята, ну там, ну семейная парочка с ребенком, семья, короче. И такие, а вы не знаете, где тут сухогруз стоит? Я говорю, конечно же, я знаю, ребят, поехали, я покажу вам дорогу.
и показала дорогу. Так приятненько, представляете? Ну, видимо, тоже приехали сюда немножечко посмотреть на морюшко, на красоту нашу. И пойдут сейчас на Риму. А там, наверное, так классно, солнце у нас так светит ярко, а внизу у воды тепло будет, за скалами ветра не будет, и они клево прогуляются. Все, я выдвигаюсь в сторону города. Работать, работать, нужно работать. Я поехала в сторону Адырбеевки, наша бухта красивая. Я поехала в сторону Адырбеевки, там Эрочка на даче. Там наше секретное место, где наша секретная речка скоро нас ждет. Мы в ней будем купаться. Работник года опять работать не хочет. Видимо, настолько я привыкла за эти 5 дней, 6 даже, отдыхать, что включиться в рабочий процесс мне сейчас трудновато. Ну как трудновато? Не трудновато. Ну не хочется, я не знаю. Вот не хочу, просто не хочу. Речка, а ты у меня сегодня на марафон заступаешь, да? Да. Идем за результатом? За результатом идем? Да, конечно. Бежим. Бежим. Мы пришли на речку. Бежим? Бежим. А? Бежим. А как, бегим? Побегим. Ой, как тут хорошо. Ой, мандаринка. Марта же наоколится. Марта кошка наша. Наоколится собака есть тоже на беседках. Мандаринка! 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 Ты нифига жирная какая стала. И вот эта речка, где мы будем купаться скоро, да? Так классно. Пошли вон туда. А мы не пройдем, что ли? Блин. А я вот тут пройду. Куда? Дальше глубоко. Так а ты на камень-то вставай. Ты что, не видишь, перед тобой камень есть? Камень не шевелится. Мандаринки пофигу, да? Ого, тут течение какое. А вот в этих теплицах просто шикарный виноград растет. Просто огромный и очень сладкий. Нигде в Геленджике нет. Да, кстати. Нигде. Я помню, мы продавали летом такой виноград. 300 рублей килограмм он у нас стоил. Его разбирали просто моментально, потому что он нереально вкусный. Тут какой-то затор. Как пахнет просто костром и шашлыком. Мандаринка. Булка такая вообще. Да. Я такого течения не помню. Ты помнишь как? А, у нас же 3 дня дождей было. Ты помнишь, мы когда сюда летом приезжали? Здесь вообще... Ну, там вот дорога сухая была. И маленький такой был ручеек. Кайф вообще. Курочки умерли на участке. Эй. Курочки. Нифига тут их сколько. Яички свои, да? А это груша цветет. Розы, боже, сейчас, да, тюльпаны прошли, сейчас розы будут, да. Петушки. Один петух. Кто летает? Ага. Петух тут, да, вроде один. Блин, смотрите, как круто тут вообще. Какие просто зеленые горы. Вот именно свежие вот эти листики, тут молодые. Вот, помидорчики, вот это смородина. Красная, что ли? Я не знаю, как он помнит. Ну, черная или красная?
Я люблю красную крапива. Смородину. Столько деревушек. Ну, ты не знаешь, что это, да? Ну, короче, слива, яблоня, груша, алыча, абрикос. Там черешня. И вот такой вот участочек, пожалуйста. Ванна стоит, ты тут не принимаешь ванну? Ее легче поливать просто. Понятно. Отстойно или отстойно, как это называется. Круто. Вот такой вот дом я хочу. Вот. Вот такой участок. Такой небольшой домик. И все. И я буду счастлива в этом мире. Собираем все куски себя и снова забываем, где нам не нужно навсегда. Мы смеемся во весь рот и обсуждаем наши фото. Кто бы мог подумать, сумасшедшая суббота. Сумасшедшая суббота. Сумасшедшая суббота. Просто сколько людей. Вот уже открывается все. Уже подготовка полным ходом. Я думаю, что с 1 мая это все уже будет работать. Народу сегодня очень много на набережной. Вот утром было свежо. Сейчас есть свежий воздух, конечно, но тепло. Кто-то в футболках, в шортах ходит, кто-то в куртках, в шапках, конечно, я не вижу. Но в теплых куртках я видела сегодня. Вот, пожалуйста. Просто мужчина по-летнему одет. Морюшка наша. Крестюш. Приветики. Приветики. На обеде уже вижу был. Да, я тоже уже покушала. Сегодня исключила обед твердой пищи, заменила на коктейль. Завтра у меня будет отвес опять. 5 килограмм еще. И я думаю, что с меня достаточно. Пойдем сейчас на этот морюшко покажешь. Ути божечки! Смотрите, давай. Так. Ну он же полузасыпает. Рахим, ну да. Но. Да ничего не спит. Тимурчик. Как солдат лежит. Как солдат. Так, ну что, я нагулялась, конечно же, с Крестюшей. Рахим сегодня с нами гулял. И я приехала домой, поужинала. Не обедала сегодня, только смартик выпила. И поужинала салатик с куриным супчиком, ну, с мартом, соответственно, коктейлем. Прям это божественно вообще. Все. А мой организм теперь сыт, счастлив. Я поехала за Mary Kay. Поеду, заберу ее из дома, она там причепуривается. Заберу ее из дома, и мы поедем на доставку. Сегодня решили покататься вдвоем на доставке. Я хотела сегодня уехать в Новороссийск на тренировку. Но девчонка не поехала, я думаю, не хочу одна ехать. И не поехала тоже. А так бы поехала, да, с кайфом.
Так что вот такие дела интересненькие. А об этом-то? Как дела? Что новенького? Это у нас кубанская марка. Смотри, как будто такой город огромный. Из больших домов, да? Это у нас кубанская марка. Микрорайон Северный у нас. Была сюда доставочка. Тортик мы привезли. Точнее, не тортик, а какие-то пирожные. Но нам нельзя, мы на марафоне. Да, нам нельзя, мы на марафоне. Ой, да и не надо. Мэри, Мэри. Значит, сейчас сходили в солярий. 10 часов, да? И Мэри такая говорит, она сначала не хотела идти, она говорит, да ни разу не была, что, как там? А сейчас она мне достала, когда придем в следующий раз. Олесь, скажи, когда она придет в следующий раз. Через день. Через день. Ясно? А я сгорю опять нафиг все, по-любому. Короче, до 10 мы покатались, с Мэри поработали. И все, я понимаю, что не вывожу, мне режим, все, начала зевать. И все, и приехала домой, все процедуры сделала и перелегла без кайфа. Так что я буду спать. Всем спасибо, что смотрели, что были со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до завтра.